шестому вопросу проведения аукциона по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Саров на 2020 год. Обращение депутата Смирнова Петра Павловича от 24.12. Так, я понимаю, обращение председателя общественной палаты города Саров Нижегородской области Стерхова тоже от 26.12 есть. И письмо главы города в администрацию 26.12. Потише, коллеги. Докладчик Сергей Иванович, ну давайте начнем тогда. То есть у нас есть здесь присутствует Петр Павлович, да? То есть я понимаю, как инициатор этого вопроса, как раз Петр Павлович, можно было слова в чем? Ну, это прошел аукцион, открытый аукцион в декабре месяце, 6 декабря он был объявлен, там номер закупки имеется. Значит, ну понятно, на сайте электронной площадки просто было обнаружено, что муниципальное унитарное предприятие ДЭП не заявилось на данный аукцион. Ну, то есть, вот я протокол специально распечатал с торговой площадки. Единственная заявка была подана фирмой «Общество с ограниченной ответственностью Магистраль Строй», зарегистрированной в Сарове. И вот, собственно говоря, обратился к главе города, да, с просьбой запросить информацию, почему муниципальное предприятие не участвовало в этом аукционе, хотя как бы исторически, ну, как бы его цель, да, и задача — это содержание дорог, обслуживание, так сказать, наших дорог, содержание. Прошлый год, последние 5 лет на будем. В аукционе не участвовал? Владимир Кириллович, не перебивайте. Всегда обслуживал дороги ДЭП. Почему вот в этот раз ДЭП решил не заявляться? Ну и дальше, как бы очевидно, уже месяц 2020 года прошел, как бы ничего не изменилось, ДЭП продолжает содержать дороги. И я думаю, что сейчас эту тему нужно, ну, уже развить с момента написания моего обращения. Так сказать, есть нюансы уже. То есть у нас присутствует директор ДЭП Василий Васильевич, который сейчас, наверное, ну, для начала на те вопросы, которые Петр Павлович озвучил, ответит. Петр Павлович, можно это вставить? Можно, у меня другой предложение. Нам сегодня поступил ответ из администрации. Мы его рассылали для обеда. Мы еще никто этого не знает. Да, я Сергей Иванович попросил прокомментировать. Ну, вон, тогда просьба вас прокомментировать, зачитывать не надо. На слух такой документ сложно воспринимается. Ну, давайте прокомментируем. Вот вопрос. Прокомментировать что? Диагональ. Те вопросы. Ответ или ситуацию. Ситуацию. Что произошло? Ну, произошло то, что мы, как департамент городского хозяйства, проводили конкурс в соответствии с требованиями законодательства. Данный конкурс был аукцион, да. Данный аукцион был. В соответствии с требованиями проводился, на аукционе была одна заявка, по итогам аукциона эта заявка была от Магистральстроя, она была удовлетворена, и, собственно говоря, Магистральстрой начал выполнять работу по содержанию города в рамках данного контрактных процедур, аукционных процедур. Значит, каких-либо представлений по данному аукциону не было, эта работа начала выполняться с текущего года. Были закончены договорные отношения с данной организацией. Дальше вопрос 122 миллиона рублей. Значит, дальше был один из вопросов вот из того, что от общественной палаты задан в отношении, как осуществляется контроль выполнения программы деятельности. МДЭП в письме ответ существует, что контроль программы деятельности осуществляется на заседаниях комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая осуществляется на основании отчетов, предоставляемых организациями и предприятиями до 31 марта. После этого отчеты обобщаются, включая финансово-экономическую, финансово-хозяйственную деятельность, и происходит рассмотрение на балансовых комиссиях в администрации. Но это уже второй квартал. То есть это в отношении этого. Далее был задан вопрос, почему формой проведения закупочных процедур был выбран аукцион, а не конкурс. Значит, в соответствии с требованиями законодательства 44-го федерального закона, части 2 статьи 59 и постановление правительства
номер 471-Р определен перечень товаров, работ и услуг в случае осуществления закупок, в которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме. Данный вид работ определен постановлением правительства, которое мы не можем провести конкурс, а обязаны проводить аукцион. Поэтому был проведен аукцион. Вот вопрос в конце. Просили включить в повестку профильного комитета вопросы по результату финансово-хозяйственной деятельности МУДЭП за 2109 год, я так понимаю, опечатка, да, 2019 год. Нет, надо рассматривать вот, значит, мы включили. Ответ мы был включили. О том, что... Мы включили программу профильного комитета, рассмотрели. В ответе было написано, что мы не готовы это обсуждать, так как отчеты будут собираться до 31 марта, да, и после этого уже будет анализироваться финансово хозяйствующей деятельности, рассматриваться на балансовой комиссии, после этого, собственно говоря, готовы обсуждать эту тему. Вот коротко ответы на поставленные вопросы. Петр Павлович, устраивают такие ответы? Ну, я как бы не слышал главного. Все-таки, почему ДЭП не участвовал в этих сегодня? Ну, думаю, что это вопрос ДЭПу, потому что все-таки это предприятие принимает окончательное решение по участию. Исходя из тех или иных ситуаций, у нас очень много ситуаций, когда ДЭП заявляется не самостоятельно, а через какие-то иные там фирмы, с кем они взаимодействуют для выполнения работ. Там разные ситуации возникают для решения, когда это происходит. Поэтому здесь какое-то предприятие, наверное, может пояснить. А как относится администрация к тому факту, что муниципальное предприятие не участвует в таких конкурсах? Положительно. В главном конкурсе ничего сложного муниципальное предприятие. Это. Нет, дело я в том, думаю, что оно же участвует в различных формах. Еще раз говорю, может самостоятельно, может через организацию. Ну, например, в прошлом году ДЭП участвовал в работах по коврезу, он не самостоятельно участвовал, а через другую организацию. Там был субъект малого предпринимательства, они не могли заявиться, вот, они заявлялись через кого-то. Ну, таких контрактов много. Какова причина того, что МУДЭП не заявился? Начнем с того. Ну, директор МУДЭП может... Давайте мне здесь пояснить. В первую очередь руководитель, который принимает окончательное решение. Сергей Иванович, у меня есть предложение услышать... А с какого срока вы директор ДЭП? Подожди. С 27 декабря. Сергей Иванович, подожди. Вот у меня есть вопрос как раз вот поэтому. У нас присутствует бывший директор ДЭПа, который, может быть, предысторию этого вопроса может прокомментировать. Давай сначала действующую заслушаем. Действующий участник. Нет, Паш, вопрос. А кто убирает город? ДЭП. Давайте заслушаем. Да. Сергей Петрович. Можно уточнить, прежде чем на момент проведения конкурса, кто был директором? Вот, я про что. На момент проведения конкурса? Нет, не разу. Был Попков, исполнял. Вот надо и слушать его. Я про что и говорю. Не имеет смысла слушать сейчас нового директора. Почему нужно слушать того ситуацию. Директора, кто принимал решение, участвует или не участвует. И только он может пояснить ситуацию. Спасибо. Всех послушаем. Поэтому у меня сразу предложение, то есть потом еще раз заслушать уже данного бывшего директора, который, я так понимаю, сейчас в центре ЖКХ уже. Все напутали, нет, там совершенно. Ну, надо, Александр Михайлович, это заслушать. Это не о Русине хотите сказать? Нет, не о Русине, а кто после Русине уже был. Потому что того же не получилось. Он главный инженер в центре. Это не важно. Нет, ну, не важно. Александр Михайлович, у меня просьба, я думаю, депутаты поддержат, чтобы прояснить ситуацию, нужно слушать того, кто в этом, как говорится, деле был основным участником. А не допрос. Кого-то. В каком деле? Что за дело-то? Депутат Кудрин. Дело о конкурсе. Депутат Кудрин. Сейчас его слушаем. Кем оформлено дело-то, я не понимаю. Депутат Кудрин, Сергей Петрович, хотел задать вопрос. По очереди вопросы задаем коллеге. Сергей Петрович, были какие-то вопросы? Да, у меня не вопрос, у меня больше как бы пояснение, потому что я владею этой ситуацией, что касается, вот прозвучала дорога автомобильная Дивеево-Коврес. Этот контракт был разыгран в 2018 году.
в августе месяце 2018 года. Мы приступили к этим работам. На тот период ДЭП не мог выполнять, сам участвовать в этом контракте, так как он находился в списке недобросовестных поставщиков продукции, будучи учредителем одной из городских организаций. Вот. Не за свои работы, а за другую организацию. В сентябре месяце этот срок закончился 2018 года, и с сентября месяца всякие через другие фирмы, кроме как субъектов малого предпринимательства, ДЭП не работал. Значит, по состоянию, это, значит, муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог города. Это является уставной деятельностью предприятия. И для меня непонятно, как руководитель предприятия мог лишить, по сути, свое предприятие единственного вида уставной деятельности. 300 с лишним человек оказались без того, фактически без работы. И говорить о том, что заранее кто-то с кем-то договорился, ну, я считаю, что это некорректно и такого априори быть не может. Далее, я хочу пояснить, что в 2017 году компания ООО «Магистраль Строй» уже выходила на участие в аукционе. Значит, она была образована в ноябре 2017 года, а в декабре приняла участие в аукционе. Но в тот период удалось отстоять, то есть мы выставились на этих торгах, и мы победили, опустившись на 0,5%. Вот это краткая предыстория по тому вопросу, который прозвучал. Еще вопрос, Владимир Юрьевич. Ну, у меня вопросы, как бы выступления, там из него же вопросы. То есть у нас все получается, то есть депутаты, в принципе, многие уже правильные вопросы задавали, что предприятие, которое существует, уставная деятельность его именно основная, это содержание дорог. То есть на сегодняшний день от этой деятельности фактически напрямую отстранена. И судя по тому, что какие выступления были главы администрации в СМИ, да, дословно я их сейчас не назову, но смысл был такой, что ДЭП типа не справляется, и поэтому было принято решение именно магистраль сделать подрядчика. Мы подборку сделаем. Вот. То есть вот такая вещь. Можно экрану сделать администрации. То есть Сергей Фукукин, наверное, не даст соврать, потому что в его газете тоже, по-моему, ну, был в колючем сорове, там тоже эта информация была. Пришла информация, что конкурс на уборку дорог будет заключен. Контракт на уборку дорог будет заключен с фирмой «Магистраль». Почему ДЭП не участвовал, как это отразится на финансовом благополучии муниципального предприятия? И вопрос про 10-ю школу, что там сейчас, какие работы, что сейчас стало сделать, когда ее все-таки сдали. Значит, сразу по магистрали, по ДЭПу. Ситуация какая? Мы, с одной стороны, видим, в каком состоянии находится сегодня ДЭП, до чего его довел бывший руководитель. То есть мы посмотрели все контракты, все долги предприятия, ну и ситуация ужасающая, так я могу сказать. То есть это, я когда принимал решение об увольнении, я этой всей глубины ямы и пропасти еще не видел. Я просто исходил из того, что, значит, руководитель подводил меня под неисполнение нацпроектов и подводил губернатора, чего допускать нельзя. А сейчас я вижу, что просто реально за вот прошедшие там 2 года контору, да, если так говорить, просто убили. И была, вообще говоря, угроза, что в какой-то момент либо не заплатят налоги ДЭП, либо не выплатят зарплату. И то, и другое будет означать там наложение арестов на счета, банкротство предприятия и неисполнение контрактов по уборке города, что в зимний период допустить абсолютно невозможно. То есть мы, делая вот этот шаг, да, ну, заходя с плохим исполнителем на исполнение работ, мы сразу понимаем, какой ответ мы получим на следующем шаге, однозначный. Поэтому, естественно, начали думать, что можно здесь, как можно обеспечить выполнение, безусловное выполнение задачи по содержанию и уборке города и, соответственно, вести переговоры с возможными исполнителями. Так что это, ну, абсолютно вынужденный шаг, абсолютно вынужденный. Но в данном случае мы исходили из того, что фирма «Магистраль» показала себя в городе на объектах на мосту, на улице Семашко. У них крупные объекты были, это Крымский мост, у них крупный объект, это, значит, центральное Московское кольцо, это вот
И с этой точки зрения, ну, есть уверенность, что у нас не будет никаких сбоев нигде по части уборки и содержания города. А за это время мы должны, значит, ситуацию в... Ну, тогда продолжим. Спасибо за эту подборку. То есть, судя по этому выступлению главы администрации, который является учредителем муниципального предприятия, то есть сам учредитель принял решение о том, чтобы фактически, ну, на мой взгляд, не допустить ДЭП до конкурса. То есть он договорился с магистралью, получается, что она будет работать, выполнять и осуществлять по этому конкурсу работу. То есть очень интересная позиция, да, ну, может быть, ей отдадут компетентные органы правильную оценку. Да, был тут сговор, не был тут сговор, это. Но факт, вот, на мой взгляд, такой, что учредитель, глава администрации принимает решение не в интересах муниципального предприятия, фактически лишая его основного вида деятельности, то есть дохода. То есть на сегодняшний день магистраль сама убирает, Сергей Иванович, город. На сегодняшний день убирает ДЭП. ДЭП. То есть, скорее всего, можно сделать вывод, что магистраль на суд подряд взяла ДЭП. Да. То есть за меньшие деньги, чем на конкурсе. То есть получается. Че, подожди? Человек говорит. Господина Голубева ДЭП за деньги, за 120, там, за полные 122 миллиона, не смог бы выполнять свои обязанности. А вот на субподряде он может выполнять за меньшие деньги хорошо свою работу. И хочу напомнить депутатам, что неоднократно, постоянно на отчетах администрации, то есть мы ни разу не слышали о плохом состоянии в ДЭПе. Что все было у администрации хорошо, несмотря на то, что фракция «Родина» всегда говорила, что плохо в муниципальном секторе экономики и что нужно принимать меры. То есть вот, видимо, Алексей Викторович решил таким образом принимать меры для спасения муниципального предприятия. То есть на сегодняшний день получается, что чем меньше денег предприятие будет получать, тем лучше оно будет работать. Но на сегодняшний день видно то, что город как не убирался, так и продолжает не убираться. С магистралью это или без магистрали. И мой вывод один, что причина здесь, как и раньше была, есть в том, что администрация в первую очередь не осуществляет надлежащий муниципальный контроль по контракту и за содержанием города. Об этом говорилось всегда, об этом говорили суды, об этом говорила прокуратура. То есть порядка в этой сфере работы администрации и предприятий, осуществляющих уборку города и содержание, так и не наведено, несмотря уже более чем 10 лет, это больной вопрос. Вот. Так, я отвечу. Ну, давайте прокомментируем. Просто здесь. Ну, первое, я бы считаю, что это некорректно говорить о неком договоре. Абсолютно неправильно, по той простой причине, что конкурс состоял 16 числа, события, которые здесь показывают, 23 число, это уже, как бы, так сказать, за рамками проведенного конкурса, это первое. Второе, значит, то, что, да, на сегодня убирает ДЭП, это действительно так, но в декабре еще подготовлен список порядка 60 человек от организации «Магистраль», который сейчас проходит процедуру оформления. Вы знаете, что у нас не так все легко, все это требуется проверки, для того, чтобы сформировать резерв для необходимого привлечения в случае сложных и форс-мажорных ситуаций, которые у нас периодически возникают, о чем мы говорили на других комитетах и прошлые годы, еще в свое время, когда Сергей Петрович был руководителем, когда мы искали резервы для усиления работ с точки зрения ДЭПа, в случае больших снегопадов и так далее, как всегда найти резервы сложно. Сейчас этот вопрос решается с точки зрения резервов. Сегодня прошло совещание, опять же таки, с генподрядчиком, ну, в лице магистрали и ДЭПа на предмет того, чтобы рассмотреть возможность привлечения дополнительной техники для ремонта улично-дорожной сети. У ДЭПа один рециклер. Вот переговоры с УМИАТом на предмет привлечь рециклер УМИАТа, чтобы ускорить проведение работ по ремонту асфальта. У нас, сами видите, какая зима там
то лето, то весна, то осень, то зима, то все тает. Понятно, что идет разрушение достаточно быстро, и требуется увеличение мощностей тех рециклеров, того рециклера, который есть, Сергей Петрович, не даст соврать, его недостаточно для того, чтобы выполнить вот эти объемы работ. УМИАТ не готов оказать помощь, вот сейчас ведутся переговоры, чтобы перебросить рециклер магистрали сюда для ускорения проведения работ в этой части. Это с точки зрения возможностей там, привлечения дополнительных ресурсов от организации, которая в данный момент выиграла этот конкурс и может скоординировать и оказать содействие. Это к вопросу того, что какие меры там проводятся, только ДЭП или нет. Пока вот вопросы резервов и вопросы возможностей привлечения, они сейчас отрабатываются. Сергей Иванович, я... Игорь, давай не будем. Нет, но я в рамках ответа был мои вопросы. В рамках этого, то есть вы опять-таки хотите сказать, что ДЭП как предприятие не имело возможности и не могло работать нормально, в том числе и привлекать это. А вы пытались менять тогда директоров, если они не в состоянии? Вон один из директоров сейчас по уголовному делу у вас там по асфальтному заводу идет. Уже давно говорили, что у вас кадры подбираются не надлежащим, как говорится, эффективный менеджер, но не в том же, как говорится, профиле. И потому и возникают уголовные дела потом. То есть я думаю, здесь в работе ДЭПа тоже нужно было разбираться с директорами, которых назначали туда. Ну, это вот к вопросу. И вопрос вот конкретно по контракту. Вопрос контроля то же самое. Опять же таки, привлечение административной ответственности сотрудников ГЭПа за некачественное выполнение работ, оно существует. Павлович, можно вопросы задать другим? Включая штрафные санкции, которые применяются в отношении за некачественное выполнение работ. Никто не принимает меры. Это неправильно. К административной ответственности предприятия было и сотрудники предприятия в декабре прошлого года привлечены. Прекращаем. У магистрали контракт с вами. У ДЭПа с магистрали. Ну понятно. Штрафные санкции кто будет платить? Магистраль. Магистраль кому их будет потом писать? Вы знаете, какой контракт с ДЭПом? Отношения между магистралью и ДЭПом. Кто, на кого магистраль потом переложится штрафные санкции? Естественно, на ДЭП. С одной стороны, неестественно. В случае привлечения техники и работ со стороны магистрали, если они некачественно выполнят, будет платить магистраль. Как она на ДЭП перенесет? Извините. Ну это надо. Это вопрос. Это вопрос контроля, о чем вы говорите? Да, это вопрос взаимоотношений. Давайте не приходите по подготовке. Не уверен в этом. Вы сейчас не договоритесь ни до чего. Давайте не будем гипотетически рассуждать. Сергей Петрович хотел прокомментировать этот вопрос. 26 июля я не являюсь директором ДЭПа. Но по итогам 6 месяцев у ДЭПа был убыток 8 миллионов рублей. Значит, причина убытка является низкая стоимость муниципального контракта, о чем неоднократно говорилось на всех балансовых комиссиях, о чем проводилось совещание в 2018 году, о чем было написано письмо в ДГХ. Основные причины – это низкая заработная плата, 13 тысяч рублей заложена заработная плата рабочего на содержание городских дорог. Те контракты, которые перешли от КБУ после объединения, заложена заработная плата 9 тысяч рублей. Также заложена низкая стоимость машин и механизмов. В этом году, в 2019 году, особенно остро почувствовалось закрытие форм, которые, январь месяц были закрыты по графику финансирования 20 миллионов, было закрыто 14 миллионов. Февраль 20 миллионов, было закрыто 15 миллионов. Март 12 миллионов, было закрыто 15. Только за 3 месяца начала года ДЭП не получил 6 миллионов рублей. В то же время считаю необходимым отметить, что за декабрь месяц, зимний месяц, который был в декабре у нас, мы все видели, было закрыто по графику 18 миллионов рублей. Дополнительные затраты были принесены в связи с объединением КБУ и ДЭП. Это порядка 3 миллионов рублей. Кроме того, был контракт на ГТС, где общая стоимость более 3 миллионов, но закрыто было только 1 миллион рублей. Ну уж, если на то пошло, то должен коснуться и действующих контрактов, которые были помимо этого. Это КВРС. Стоимость контракта 36 миллионов рублей. Значит, финансирование за 2 года 18,6 миллионов,
30 миллионов рублей. К концу, значит, июля месяца работы были полностью выполнены и были предъявлены. То есть ДЭП должен был получить 34 миллиона рублей. Помимо этого, межшкольный стадион, школа номер 16, 36 миллионов рублей, такая же сумма. На конец, опять же, июля месяца выполнение было порядка 90% тех работ, которые ДЭП делал своими силами. Были проплачены оборудование, материалы. Кроме этого, был еще один контракт, который был заключен между ДЭПом и епархией на благоустройство территории монастыря Свято-Успенского. Стоимость по контракту порядка 31 миллион рублей, 10 миллионов рублей, и по этому контракту ДЭП выполнял своими силами. То есть, если мы это сложим все, то у нас получается порядка 64 миллионов рублей. В конце как бы, работы эти были выполнены по монастырю к 1 августа, значит, должны были эти деньги прийти в ДЭП. Все контракты, по которым сейчас работают, они не предусматривают авансирование. Поэтому предприятие делает за счет своих средств работы, потом получает деньги, рассчитывается с поставщиками и с подрядчиками, которые есть у предприятия. Говорить о том, что предприятие было в безобразной форме, по моему мнению, это не обоснованно. Кроме того, МУДЭП имеет долг по Горавтотрансу, который доходил до 22 миллионов рублей, и где-то порядка 9 миллионов рублей, он опять же был на конец июля месяца. Мы обращались в суд о взыскании процентов за пользование деньгами, но по настоянию как бы, администрации мы заключили мировое соглашение на возмещение этих затрат по графику, но это возмещение не производится, погашение долга не происходит. Нельзя, по моему мнению, нельзя говорить, что ДЭП имел предбанкротное или какое-то еще состояние. Помимо всего прочего, у меня есть баланс за 9 месяцев предприятия, где как бы, убыток составляет 10 миллионов. Причина этих убытков я вкратце как бы пояснил. Кроме того, еще важная большая потеря была после того, как ДЭП перестал захоранивать ДБУ. Эта сумма на 9 месяцев составила 14 миллионов рублей. Если в 2018 году это было 24 миллиона рублей, то в этом, в 2019 году всего лишь 10 миллионов, и то за счет работ, которые выполнялись по Таловскому коридору. Говорить о том, что ДЭП в результате своей деятельности подошел к тому, что он не мог выполнять работы по содержанию дорог, это в корне неправильно. Спасибо. Петр Павлович. Были выступления, я все-таки вернусь к своему вопросу, который я задал в обращении на имя главы города, и на который я так и не услышал ответа. Я так понимаю, Василий Васильевич, он как бы считается неправомочным здесь отвечать за действия предыдущего директора, который непосредственно принимал или не принимал решение участвовать в этом аукционе. Сергей Иванович открещивается от ответственности, значит, ссылаясь на то, что в рамках 44-го ФЗ он не имеет права воздействовать на то или иного участника закупок. Так вот, я не случайно упомянул протокол заседания конкурсной комиссии, членом которой является Сергей Иванович Лобанов. Номер на инвестиционной заявке единственного участника был номер 3. И это записано в протоколе. Значит, до подачи заявки фирмы «Магистраль строй» Сергей Иванович только что попал в ловушку имени Алексея Викторовича, сказав, что фирма «Магистраль» очень надежная, к ней я еще вернусь чуть попозже. Вот. Номер 3. Соответственно, перед ним было еще два участника, которые сами себя сняли с участия в этом аукционе. Это их право, да, в том числе. У меня вот такой вопрос, Сергей Иванович. Вы как член комиссии можете знать или можете нам рассказать о том, кто эти два участника закупки перед «Магистральстрой»? Там не видно. Не могу. Система дает возможность заказчику увидеть? Нет. 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 Ответ, когда вторые части открываются, тогда... Ответ нет. Ответ нет. Тогда у меня предложение следующего характера. Значит, запросить непосредственно у главного инженера ДЭП, как я понимаю, да, Попкова, который исполнял обязанности директора на тот момент, информацию о том, готовил ли он конкурсную заявку, подавал ли он ее на электронную площадку и отзывал ли ее. Лучше пригласить на комитет. Лучше пригласить, да. Лучше с письменным предъявлением.
Вопрос есть, может... На самом деле мы это косвенное объяснение того, что все-таки еще другие заявки были. Дальше магистраль «Строй» взяла конкурс по начальной максимальной цене, подав последнюю заявку. Я не знаю, что должна сделать коммерческая организация, да, вот как директор предприятия, который угадывает, что он сейчас выиграет аукцион по начальной максимальной цене. А это аукцион, там единственный предмет торга – цена. То есть подавая заявку в последний момент. Вот. Ну, а дальше вопрос к самой фирме «Магистраль». Понятно, она зарегистрирована на Курчатова 3, это здание фирмы ТКС. Помещение 24, я даже туда сходил, комнату закрытую потрогал за ручку, значит, вывеска висит. Ну, понятно, уставный капитал 10 тысяч, 3 человека, штатное списание, 0 рублей транспортный налог, это вот я как раз в той самой ловушке веду, да, что нет у нее техники и нет возможности выполнять работу своими силами. Поэтому, кстати говоря, ДЭП был принят на субподряд, да. Но единственное, что действительно связывает фирму «Магистральстрой», ООО «Магистральстрой» и ООО «Фирма Магистраль», прошу различать два этих юридических лица, по названию сложно, конечно, это связывает персона бывшего директора этой фирмы Косарева Романа Валерьевича. Косарев Роман Валерьевич 18 января 2019 года, то есть ровно год назад, чуть больше уже, был уволен с этой должности, более не является директором ООО «Фирма Магистраль». А ООО «Фирма Магистраль» у нас выполняла несколько таких крупных объектов, вы их все знаете. Первое – выполнение работ по благоустройству парка имени Зернова. Это детская площадка за 20 миллионов рублей. Работы, которые были вместо сентября месяца, сданы 20 декабря. Мы все с вами еще ездили на комитет, кто-то пожелал, значит, 20 декабря сдали с огромной просрочкой. Фактически работы выполнялись местными субподрядчиками. Дальше. Детский сад номер 44. Вот только сейчас в газете «Городской курьер» в сегодняшнем выпуске написали, что наконец-то работы сданы. Срок сдачи работ 15 сентября прошлого года. Также работы не сданы в срок. Также работы выполнялись местными субподрядчиками, о чем было в СМИ очень много достаточно упоминаний, практически статьи идентичные. Следующее. Выполнение работ по улице Академика Харитонова, расширение. 80 миллионов рублей. Там, значит, сейчас идет разбирательство, в том числе с возбуждением уголовных дел по незаконной вырубке леса. Следующий объект выполнения работ по строительству общественного кладбища, еще 83 миллиона. Значит, там очень интересная история, но в том числе есть вот в рамках того уголовного дела, о котором говорил Игорь Юрьевич, значит, пояснение бывшего директора асфальтного завода, некого господина Стрижова, значит, о том, как, значит, при выполнении работ вывозился грунт и песок на строительство моста. Я прихожу как раз к нему. И мост между, так сказать, через речку Сатис от Давиденко до Сахаровска длинными путями также строила ООО «Фирма Магистраль». Это еще 600 миллионов практически, 567, если быть точным. И это, кстати, самый интересный объект, потому что реально субподрядчиков на выполнение этих работ были двое. Это АО «Асфальтный завод» и МУДЭП. И большую часть работ выполнял «Асфальтный завод». Это в том числе это подпорная стенка, значит, подъездные пути и ливневая канализация, которая как раз не справилась в прошлом году с первым же, собственно говоря, серьезным дождем. И также, скорее всего, под прикрытием асфальтного завода там работали местные субподрядчики. Ну и, как вы знаете, восстановили кольцо за счет резервного фонда бюджета города. Вот, собственно говоря, краткий перечень того, что было сделано. И я считаю, что ООО «Фирма Магистраль» не имеет ничего общего, кроме персоны директора, да, с тем, кто победил в этом аукционе. Вот. И как мы видим, перечень работ достаточно с серьезными нарушениями выполнялся. И мне бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы нам разослали, занести сейчас протокол, договор субподряда с МУДЭ, которые сейчас выполняют фактически те же самые работы. Какой объем там генподрядных забирает эта фирма себе? Самый главный вопрос сейчас. Теперь сходство есть, это качество выполнения работы. Да. И проблемы, которые... Вы можете сейчас ответить на вопрос, сколько генподрядных? Ну, директор есть. 1,36. 1,36%. Ну, то есть это почти 1,2 млн, ну, 1,3 млн, будем говорить, так? Особо крупный размер. Петр Павлович, все? Да, статья 200.4 злоупотребление в сфере... Так, ну вот, собственно, мне, как большинству, на самом деле... У меня будет предложение потом. Как большинство граждан и жителей города.
Мне, я говорю, как большинству жителей, на самом деле без разницы, как убираются, как убираются, вернее, нет, кто убирается, основное это как убирается. Я оговорился, да. Вот. Соответственно, то есть основной вопрос у меня... Закончил? Вот. Основной вопрос у меня такой. Вот на самом деле, сколько у нас протяженность дорожной сети? Сколько? 560 километров? Нет. 170, да? Вот, заложено 122 миллиона. По нормативам сколько должно быть? По нормативам заложено. Нет, ну вот... Прям минимально по нормативам, да? Ну вот понимаешь, у меня информация, то есть нужно существенно выше. Нужно просто... Зарплата, о которой говорилось, она заложена в соответствии с трехсторонним соглашением между профсоюзами, правительством и... муниципалитетом по этому вопросу. Поэтому, вот в принципе, все эти нормы мы стараемся выдерживать. Но вы выдерживаете мы можем нормы. Применить внефовскую зарплату. Да, у нас есть сложности, у нас есть контракты. Просто я вот сейчас есть сложности при расчетах, которые существуют. У нас контракты несколько ниже. Ну вот эти, да, вот, вот эти вот данные, которые... Сергей Петрович приводил по заложенной зарплате, допустим, рабочего в контракте. То есть, ну, вот, ну вы же понимаете, что это нереально. 22, это реально. Почему нереально? Нематериальные цены. Материальные цены, вы о чем? Люди живут. Ну просто здесь надо рассматривать вопрос. Я не могу другую сумму заложить. На самом деле у нас не предприятие в НЕФа, где у них другая сумма. Увеличивается. Иерусалимские расценки. Мы... Ну, это у меня вот вопрос, вернее, как первое предложение, это подумать над увеличением стоимости веса просто контракта. Вот. И второе, то есть, вот у меня вопрос к нынешнему директору. Вот для участия в аукционе у вас все были документы на руках? Все были готовы? Я не участвовал. Ну, то есть предприятие. Ну, вы на этот вопрос не можете ответить, да? Да, не могу. Вы не готовы? Там... Ни заявок не формировали, ни исходящих писем не делали. То есть что, вы сюда пришли, не готовились, да? Зачем? Поэтому нужен на тот момент действующий директор, это было бы правильно. Ну, мне тогда его обязанности. Ну, вы, может быть, тогда вот вам просто слова не дали, может быть, как-то ситуацию прокомментируете, как вот вы видите, в чем причина, то есть, почему не заявился, или мог он, мог заявиться. Ну, как вы объяснили, что не было гарантии, это, гарантии, банковских гарантий, да. То есть, поэтому они не могли. То есть, не был подготовлен полный комплект, не был готов полный комплект документов, то есть, на тот момент предприятие находилось в том состоянии, что банк отказался выдать банковскую гарантию, то есть, соответственно, предприятие не могло принять участие в конкурсе по объективным причинам. Собственно, ну вот... А у вас аукцион какое число было? Когда платеж нужно было первый сделать? По банковской гарантии? Ну, должны же мы заплатить. Да ее просто не предоставить. По-моему, если банки изменяют 27-го, в течение 10 дней. Где-то так. А 25-го закрыли финансовый год, и все деньги от парка, от лыжной базы, от других объектов поступили на счета ДЭП. Как могло быть такой вот сейчас разрыв произошел? 25-го деньги поступили, финансовый год закрыли, а 27-го нужно было сделать. Ты лишь нет финансового обеспечения. Спорный вопрос. Мы не имеем права, которое идет по казначейству с парка отправлять куда-то, потому что они уже были под работой, под конкретные целевые деньги. Мы не имеем права. Нет, прибыли там не было. Не было. Вам заплатили. Через счет деньги идут на трачение. Они упали на расчетный счет 27 числа. Все, работы закрыли. Они меня пользуются этими деньгами. Сергей Петрович, я вам скажу. Но дело в том, что очень много работников где-то уволилось как раз в этот период. У меня есть информация, что банковская гарантия реально была получена. Петр Павлович. Банковская гарантия реально была получена, она была на руках, и что ДЭП все-таки выставлялся и снял свою заявку. Вот он, все. Иван Иванович, подождите. Коллеги, кратенькая реплика. У меня, честно говоря, очень сильно удивила фраза из интервью главы администрации, которую можно трактовать двояко. Кто не уловил, может прослушать еще раз, но я цитирую. Начали думать и вести переговоры. Какие к черту переговоры? Это аукцион. И все переговоры вне закона. И вот это основной протокол, это вещдок. У меня все. Спасибо, Петр Павлович. Вот сейчас Петр Павлович хотел продолжить. Давайте. Петр Павлович.
Ну, так как у нас вопрос типа информационный здесь стоит, да? Куда я делал свою бумажку? Размышлял на тему, к чему весь этот должен привести, да? И предыдущий уголовный кодекс. Статья 200.4 Уголовного кодекса «Злоупотребление в сфере закупок». Значит, по подследственности находится в ведении Следственного комитета Российской Федерации. Поэтому мое предложение сейчас в резолюцию, значит, комитета поставить на голосование, направить обращение в Следственный комитет Российской Федерации, провести проверку и возбудить уголовное дело по статье 200.4, значит, по статье Уголовного кодекса, значит, действием главы администрации города Сарова, сотрудниками администрации при проведении аукциона на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Саров на 2020 год. Вот у меня такое предложение. Потому что мы на некоторые вопросы здесь, очевидно, проведя депутатские слушания, а это можно назвать так, не нашли ответа, то есть кто подавал заявки, как подавал, подавал или нет. Давайте допросим там главного инженера, бывшего его директора. Это не наше полномочие, коллеги. Это полномочия Следственного комитета Российской Федерации при проведении доследственной проверки. Вот и все. Игорь Юрьевич. Ну, я хотел бы напомнить еще депутатам о том, что неоднократно уже за этот созыв, когда еще Сергей Петрович был директором предприятия, фракция «Родина» задавала вопрос о том, достаточно ли на уборку денег заложено денег на содержание потоков. То есть и Сергей Иванович, и Сергей Петрович говорили всегда, что достаточно. То есть и всегда мы были озабочены уборкой города, потому что при такой достаточности средств город не убирался. То есть это первое. Второе, что, на мой взгляд, всегда было и есть в этом созыве, и об этом неоднократно на отчетах главы города говорилось, то есть недостаточный контроль со стороны главы города и депутатов, нас, депутатов, за деятельностью акционерных обществ и МУПов приводит к таким результатам плачевным. То есть уже почти что год Александр Михайлович скоро будет с того момента, как мы просили поставить вопрос, и комитет поддержал о состоянии СРСП. Когда мы будем слушать главу города по поводу состояния РСП? Главу города? Да. Ой, главу, ну и вас как главу города, вам, наверное, тоже должно интересно быть, что там происходит. Главу администрации по этому вопросу. В апреле. То есть год уже прошел, со мной чего произошло интересного. То есть, но, видимо, не для вас, и не для депутатов, потому что до сих пор на комитет этот вопрос не поставлен. Я комитетом не командую. У вас были замы. У вас есть эту повестку, утверждаете вы. То есть решение комитета до сих пор не исполнено. Давайте с ним переходить к РСП. Сейчас, оказывается, Александр Михайлович придет. Поэтому, Александр Михайлович, вина Думы и вас в том, что происходит в городе с муниципальным предприятием, она, на мой взгляд, очевидна. Достаточный контроль работы Думы. И у вас, как главы. Запишите протокол. Коллеги, ну мы сегодня сейчас выслушали достаточно много информации такой новой для нас. Я предлагаю эту информацию как бы принять, проанализировать. Нам никогда не поздно к этому вопросу сейчас еще будет вернуться. Но информация требует как бы обсуждения и понимания. То есть сходу сейчас каких-то решений я вот лично для себя выносить не готов. Поэтому вот у меня внес, будь добр. Это про какое, Петр Павлович? Про обращение в Следственный комитет. Про обращение от имени комитета? Да. Это у нас есть полномочия комитета обратиться в Следственный комитет. Подождите, а предмет какой? Предмет какой? Ну, это сформулировал. Я сформулировал. Почему? Я его сформулировал. Я предлагаю просто информацию. Повторно поставить вопрос. Повторно перенести действующего или исполняющего на тот момент обязанности директора человека, запросить договор, который между магистралью и ДЭПом, если нам, конечно, дадут, на что шансы очень малы. Вот, и, может быть, еще в дополнение тоже запросить какую-то информацию через Александра Михайловича, через аппарат Думы. Поэтому у меня сейчас предложение принять всю информацию сведения. Ну, давайте уж выставим тогда действительно голосование комитета предложение Петра Павловича. Я, правда, не представляю. Какое? Про Следственный комитет? Да, ну, предложение есть. Можно юриста. Комментарий юриста? Полномочия комитета рассматривать вопросы, которые входят в компетенцию городской власти. Так. И все. И, ну, да, конечно. Там больше не классно, я не знаю.
сильный. Вот, полномочий нет, Петр Павлович, вот такая ситуация. Кто будет вот это заявление от комитета? Глава города. От комитета? Не имеет председатель главы города. Да, условно. Это же заявительный характер. Комитет это премиальный орган, который состоит из членов комитета. Разобраться. Все, обсуждают вопросы по комитету, по комитету. Да, все понятно. Или депутаты, или главу города просить. Поэтому, коллеги, давайте, чтобы не затягивать обсуждение этого вопроса, это при подготовке к следующему рассмотрению, повторному этого вопроса, мы пригласим и всех, кого надо, и сами хорошие вопросы. Тоже пригласить? Коллеги, есть предложение принять к сведению данный вопрос. Кто за? Есть предложение срок сразу установить, в течение какого срока. Ну, срок... И договор все-таки, иначе мы никогда не... Договор это понятно, срок. Александр Михайлович, как по загруженности? Неделю две. Хватит? По загруженности. Ну, надо написать обращение в администрацию, да, о чем мы говорили. Получим ответ и его поставим. То есть все зависит от времени ответа. Нет, мы один и тот же запрос не будем, наверное, вдвоем делать. Просто там идет срок ответа администрации. Они могут 30 дней отвечать. Что они будут делать, собственно говоря. В течение месяца. То есть, да, после получения ответов и всех документов, которые мы запросим. Насколько по закону? Что-то мы на вопрос на письма администрации в течение суток отвечаем. Это вы. Отвечаем повестку, вопросы и так далее. Коллеги, давайте примем. Давайте попросим ускорить процесс. Да, максимально ускорить. Вопрос принять к сведению. Кто за? Да уже проголосовали же. Нет, не голосовали. Так, Владимир Кириллович, нет? Да. Единогласно, против, возражения нет.